Ну что, продолжаем. Дарья, ты знаешь, я считаю, что абсолютно любое утро доброе. Ведь оно, в общем-то, ну, не виновато, что кто-то сегодня, например, не выспался, как я. Кстати, вот все знают, что недостаток сна – это плохо. Но сон больше 9 часов, оказывается, тоже не несет ничего хорошего. Вот так. Да, в соне грозит ожирение и даже депрессия. Также на этом фоне заметно снижается работоспособность, поэтому во всем хороша мера, друзья мои. Да, однако в эти дни октября скорее многим грозит недосып и бессонница. Вот, пожалуйста, вот, да? Все, я готов. Да, всему виной магнитные бури. Кстати, самая долговременная и ощутимая магнитная буря продлится вплоть до 20 октября. А ее пик придется как раз на сегодняшний день. Специалисты напоминают, что такие магнитные бури могут отнять много сил, в том числе эмоциональных. Поэтому берегите себя и будьте здоровыми. Ну а сейчас давайте подключим к беседе нашего таролога Лауру Молдебергенову и узнаем все секреты предстоящего дня. Лаура, доброе утро. Доброе утро, вы доброе в эфире, утро. Так. Ой, у вас укладка сегодня лучше, чем у меня, даже надо же. Ой, ну, началось. А я просто тут увидела и все у меня. А у меня наушник лезет. Вот, и при этом вы сами укладывались, да? Да, да, вот конечно. Вот здорово. Классно, да, иногда с дома вести? Можно вот это ты. Мне так хочется сказать, девочка, я вам не мешаю. А все, ладно, извини. А что там карты говорят-то? Давайте посмотрим сегодня, что сулит нам сегодняшний день. Обратимся к нашим картам. Давайте вытащим карту дня. Что же нас сегодня ждет? Стоп! Это получается какой-то, знаешь, вот это. Не все. Кульминационный момент. Второй день подряд у нас выходят фигурные арканы мужчин, связанные с мужской фигурой, с мужским началом. То есть это прям мужская энергия, мужская вибрация. Выпадает аркан короля мечей. Ого. Аркан короля мечей. Что-то хорошее, да? Да. Да, это стихия воздуха. Смотрите, если смотреть в общем плане, то день сулит там какие-то идеи, какие-то мысли и построение цели. То есть каждый человек, кто посмотрит сегодняшний таро-прогноз, он будет заниматься целеполаганием, да? То есть в голову будут приходить какие-то идеи, наметки, желания, которые хочется прям вот быстро осуществить. И из-за этого, так как это все-таки стремительная карта, волевая, смелая, решительная, нам не захочется долго ждать. Нам захочется здесь и сейчас решить какие-то вопросы, здесь и сейчас поставить себе какую-то цель и начать по отношению к ней двигаться. Так что день будет очень-очень такой, знаете, решительный, волевой, целеустремленный, такой молниеносный. То есть когда хочется просто брать и делать. Не просто там помечтал, да? То есть, да, хорошо, то есть не по результатам. Ты там помечтал иллюзорно, а прям вот прям поставил цель и разбил ее на этапы и начал, как говорится, делать какие-то шаги. Это во-первых. Во-вторых, все-таки, так как это фигурная карта, это энергия отца, это энергия авторитетных для нас, таких вот старших лиц. Это может быть дедушка, это может быть отец, это может быть дядя, который сегодня активно будет принимать участие в наших каких-то вопросах. Может, это будет быть встреча со старшим родственником. А может быть, вам надо позвонить вашему отцу, да? Спросить, как у него дела, все ли у него хорошо. Да, кстати, очень хороший совет. Позвоните родителям, действительно. 10 лет, да, после того, как ты не видела. Алло, как дела? Да. Тут таролог мне сказал позвонить. Вот. Не, ну, бывает же такое, что мы в суете дней, ну, да, уходим, погружаемся в свои дела и забываем о том, что надо позвонить дедушке, спросить, как у него дела, позвонить отцу, съездить, навестить, как говорится. То есть надо будет вот такие вот как раз-таки налаживать контакты и связи. Как раз-таки вчера, оказывается, был день отца. Ну, замечательно. Принято, принято. Я желаю вам хорошего дня. Большое спасибо, Лов. Большое, да, спасибо. Понятно, действительно, можно. Это очень-очень вот прям нужно.